друзья, здравствуйте. Ну, наконец-то у нас начался полноценный летний сезон в Янтарном на озере. Температура воды на поверхности уже 15 градусов. Термоклин неявно выраженный, вообще прекрасно нырять. Там от 10 градусов до 8, очень плавно. Прям самое идеальное время. Так что начинаем летние тренировки. У нас идет плавная подготовка к глубоким ныркам. В море. В море, в Балтийском, в нашем любимом. Вот, пришли нам такие посылки от ребят из Нижнего Новгорода. Да. Самые лучшие, крутые. Апнея Гир. Да, Апнея Гир, молодцы, просто. Вот, тарелочку. Так, тарелка, давай поподробнее расскажи про тарелку. Что тут, вот что это за дырки, отверстия? Потому что я первый раз вижу такого зверя. Вот, да. Что это такое? Ну, сделано вообще прекрасно. Вот сейчас зафиксировали, разметили. Это стопер. Да, это стопер. Угу. Вот в метре поставили тарелку от стопера. По фэншую, то есть от стопера расстояние до тарелки метр. Да, метр. Угу. И еще метр мы отступили до карабина. До укрепления карабина. Да, все. Как положено. Карабин, вот. Сюда вешается груз. Ну да. Сколько вешается килограмм груз будем вешать? Ну, 12-14? Я 12 вешаю, да. Угу. Потому что 10 маловато. Ну, 12 как бы оптимальный вариант груза. Так, тарелка, зачем вот эти отверстия разные? Паш, ну давай фантазировать. Я думаю, ну тарелка-то для тегов. Как крепить, тоже пока не знаю. Ну, я думаю, что теги нужно... сюда, а это фонарики. Это, я думаю, фонари, да. Вот для Балтики это актуальная вещь. То есть на большой глубине темно, мы будем крепить фонари. На Балтийском море гиперактуально. Белая тарелочка, и если фонарик, ну хотя бы что-то видно будет. Потому что бывает такое, что вот так не видно. Давай еще прорекламируем линьяр для браса. Ой, ну это не знаю, это сказка просто. Линьяр для браса, вот я увидел первый раз тоже. Ну это вообще. Это надевай. Что-то. Надевай. Это что-то. Ну не знаю, попробую. У меня получится? Получится, все получится. Ну, не знаю. Тут все просто. Тут все просто. Это перед. Вот это перед. Да. Так. Вот. То так. Зад. То зад. Угу. Защелка вообще тут элементарная. Крокодильчик такой зубами цепляется за веревочку. Так. Затянули. Угу. Вот. Так. И одеваем резиночку, чтобы линьяр не болтался. Так, резиночка что? Снизу. Вот. Да. Перетягиваем ее в пах. А как у меня вот ее, подожди. Так, сейчас, секунду. Регулируется легко? Да, сейчас. Ну, попробую такой карабинчик, интересный. Быстросъемный, да? Быстросъем, да. Не знаю, первый раз одеваю, насколько легко это будет. Ну, попробуем. Ну что, ты дернул за дернул, штучку и все? Да, по сути, да. Прекрасно. Да. Ну так. И вот ты поцепил сюда. Мы сейчас это на берегу все снимем, а потом мы снимем потом все в воде. Все будет красиво. И... Вот. Вот и все. Ну что, самое главное, для чего нужен линьяр? Давай, объясни фридайверам и всем. Ну, линьяр это наша безопасность, да. На самом деле. Обязательно нырять надо с линьярдом на большие глубины. Да. Потому что это наша безопасность. Эта конструкция, я считаю, самая лучшая, передовая, оптимальная. Нырять, я предполагаю, сейчас попробуем. Да. Можно нырять всеми стилями. Не надо на руку, не на ногу. Руки свободны, да? Свободно. Вот смотри, вот все свободно. Все ты свободно, ты привязан, конечно, застрахован. Конечно. Вот мне для браса это, я думаю, что идеально. То есть тебя подтянут, если что. Да. Это, конечно, не надо, чтобы подтягивали, но... Ну, по крайней мере, спокойствие, спокойствие. Да, быстро съем, проверим. Оп. Оп, и все. Вообще супер. То есть ты, получается, это все снимаешь, и следующий ученик у тебя может заниматься. Да. Вот, вообще элементарно быстро. Для глубоких нырков это прям обязательно, без этого нельзя, нельзя скажи. Нельзя, никак. То есть, деле, да, 20 метров, ладно, особенно но вот выше... Павел, оператор наш, его пристегивать, вот это прям мечтал об этом. Вот как его пристегнуть? Вот сейчас пристегнешь, да. Сейчас пристегну. Поэкспериментируем, чтобы не свалил никуда на дно. Так, ну ладно, короче, уже у нас полный комплект для моря готов. Готов. Веревка вот здесь, сколько по-моему, метров? 70. Ну, для Балтики все, у нас пока глубин больше. Ну, мы нам хотя бы 50, вот уже и то хорошо. 50 пока, 40, 30, 50. Начнем со снорклинга. Да, все глубокого. Готово, значит, идем в воду, так? Сегодня, для ныряния все, что надо. Мы кайфуем вообще. Вот, Паша, ты прям вообще... Плато, все, можно жить даже. На этом плато. Дом на воде. Не хватает только этого грильницы. Гриль жарить, шашлыки. Да. А так шикарно. А ты перчатки тоже одел, да? Я да. Стас берет карабины нерадивых учеников, пристегивает к веревке. Отлично.
что, Павел? Будем нырять. Снимай трубку и входи брасом. Да хотя бы так. Брас — это для продвинутых. Я не нырну пока. Павел готов. 5 секунд до старта. Делаем большой вдох. Старт.
детей, Паш. Супер, вообще класс. Молодец. Класс. Удобно, вообще удобно. Руки свободны. Идеально, просто идеальное крепление. Вот это вот называется для браса, да? Да. Линь для браса. Да. На поясе вот чувствуется, пристегивается. Один ученик, второй ученик по очереди ныряют. У каждого свой должен быть такой просто крючочек. Ага. Молодец, хороший жирок. Отдыхаем.